Приветствуем вас на канале Империя Инструмента. Всем привет! Меня зовут Антон. Меня зовут Сергей. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы проверить, кто же все-таки лучше из представленных трех производителей. Это производитель Ryobi, Кайман и наш любимый Greenworks. Ну, кто лучше из них, я и так уже знаю, в принципе, для меня это будет никакая не новость. Вот. А чем они все-таки отличаются, я хотел бы вам рассказать. Ты сам, может быть, что-то узнаю от Антона. Давай расскажи про свой аппарат. Да, то есть бак у нас 15 литров. Хорошо. Качает 88 литров в час. Отлично. Струйная трубка пластиковая, в комплекте две форсунки. С линейная и распыляет, да, то есть струйная такая. Далее стоит он у нас на металлической раме целиком, силовая металлическая рама, четырехточечный, ты это видел, четырехточечные ремни, да, то есть есть поясная лямка, да, то есть все ремни у нас с поролоном, да. Сетка посередине, чтобы спинка не потела, да, то есть когда ты работаешь. Вот, фиксируется все, да, то есть шланг у нас эластичный, довольно хорошо гнется, фиксация, ну, собственно, это как у всех, да, то есть неотъемлемая часть. Ну, собственно, нормальная широкая горловина, в отличие от твоего хедлайнера. Ты сюда не попадешь, что ли? Вот я не пойму, что ты на него. Итак, горловина у нас широкая. Фильтр у нас имеется, да, сетка, уплотнительная резинка, да, для создания хорошего вакуума. Данный агрегат входит в 18-вольтовую линейку Ryobi OnePlus. Да, оснащен у нас 5-амперным, в данном случае, аккумулятором на 18 вольт. Крышку я закрыл от непогоды, накинул на плечи, ремешки подтянул, комфортненько. Ручки свободны в одной руке, а прискрутили в другой руке еще что-нибудь, да, и ты легко, непринужденно качаешь. Секатор, да, можешь и стеречь, и плевать. Что умеют твои? Ну, как тебе сказать? Хедлайнер среди трех. Давай про Кайман. Прекрасный бренд, прекрасный прискритель, также он является аккумуляторным. Он не входит ни в какую линейку, ни OnePlus, там, ни 24, ни 40 вольт, и уж тем более не какой-нибудь 18 вольт, как они там называются, OnePlus, пусть будут OnePlus. Вот, данный аппарат имеет свой встроенный аккумулятор, аккумулятор литионный, аккумулятор небольшой, имеет он емкость 1,5 ампер-часа, 10,5 вольт. Вытащить его, как я говорил еще в прошлых видео, если вы видите, довольно-таки непросто, но тем не менее он есть. Отличительная и очень, на мой взгляд, положительная черта этого аппарата – это само вот это вот все сие устройство. Это жесткая трубка в резиновом дополнительном оплете, плотной резинке. Ну, да. Она даже на кожу больше похожа, да? Плохую, чью-то. Пистолет выполнен полностью из пластика. Пластик довольно-таки уверенный, он не перегибается. И вот эта вот трубка, по-моему, из нержавейки. Ты как профессионал на зубок посмотри. На зубок? Да. Я не знаю, с чего она. Нержавейка. Вряд ли алюминий, конечно. Да нет, ну вряд ли нержа. А что это? Хотя? Мне кажется, нержа. И с металлическим основанием у нас форсунка. Это очень крутая вещь, и прослужит она вам очень долго верой и правдой. Разумеется, он поставляется в комплекте вот с этим вот маленьким аккумулятором и зарядным устройством для этого самого аккумулятора. Ну и сколько комплектов? А, слушай, а какая емкость аккумулятора? 1,5 ампер-часа емкость аккумулятора. О, какой мощный там аккумулятор. Это опрыскиватель, это не сильно потребляемый инструмент. Давай с этого начнем. Там стоит маленький помповый насос, такой, такой маленький помповый, соответственно, на маленьком электромоторе. Я думаю, что с этим аккумулятором минут 30 вы можете смело 30 минут бегать и все. Это специально для него, чтобы облегчить всю задачу, всю работу. Зарядки какой ампераж? Честно, даже не смотрел. 0,5? Не смотрел. Но заряжает он до 95%. Он заряжает 1,5 часа. Угу. До 95%. Где-то приблизительно, наверное, да. 1,5-2 ампера. 1,5-2, да. Заряд. Да. То есть, в принципе, этот аппарат достоин внимания. Разумеется, он ранцевый. Он также на лямках. У него есть упор
удачный, очень, на мой взгляд, под спину. Выполнен он из мягенького вот такого эко-кожи, наверное, назовем это. Ну, слушай, ну и... мне кажется, возможно, я ошибаюсь, да, но смотри. Но летом будет жарко, да? Во-первых, летом будет жарко, а во-вторых, вот здесь вот никаких металлических уплотнителей нет. То есть, если у тебя, не дай бог, вот здесь это надорвется, то чем ты будешь? Традиционно наскочит, а потом крепить к баку? Вот скажите мне, она может здесь оторваться? А вполне так нет. Я не знаю, что с ней надо делать, чтобы она оторвалась. Ты поднимать за нее будешь, что ли? Нет. Это же не для стройки, это для дачи. Знаю, для мамы, для бабушки. Эко-кожу прикрутили прямо в балкон к пластику. Зато красиво. Угу. Цена у нее какая? На сегодняшний день там в районе 27 тысяч рублей. Комплект с аккумулятором? Да, полный комплект. Полный комплект. 27 тысяч. 10 литров бак. 0,8 литров в минуту. Качает. Да. Хороший результат. Ну, да, в принципе, это очень неплохой аппарат за свои деньги. И мой любимый. Мой любимый. Headliner. Мой любимый, прям я не могу, это Greenworks. Я целовал бы этого производителя. 7,5 литров в минуту. Да, он самый маленький. Он самый легкий. Он идет у нас в линейке 24 вольта. Компании Greenworks. Все знают. 7,5 литров бак. А минуту качает? Минуту он качает 2,2. Очень много. Он прям как шланг. Он прям бьет. Это по бумажкам. Далее мы проверим. Я не знаю, как мы проверим минуту. Может быть, возьмем какой-нибудь мерный стаканчик и минуту будем в него лить из этого аппарата. Ну, как-то мы, наверное, проверим все-таки эту информацию. Очень самому интересно. Я знаю. Тут есть сеточка. Угу. Не такая крутая, как у тебя. Но я скажу, почему она не такая крутая. Ну, даже тут горловина, да? То есть тоже еще огромная, да? Нормальная горловина. Производители, судя по всему, большие горловины, да? А у Грина решил отличить. Какое должно быть зрение, чтобы шлангом не попасть вот в эту горловину? Скажите, пожалуйста. Шлангом? Ведро. Ведро. Ну какая разница? Ну, если я из ведре намешал состав и сюда залил. Я же не водой. В чем-то проблема-то залить, я не понимаю. Ну, сюда куда проще залить или сюда, нежели сюда. Не знаю, не вижу разницы. Покажешь мне потом на собственном примере, как ты проливаешь мимо вот этой вот огромной горловины. Я покажу, как это можно сделать. Да, разумеется, сетка. Крупная сетка, мелкая сетка находится внизу. Есть разные варианты комплектов этого аппарата. Если вы уже имеете что-то из линейки 24 вольта производителя Greenworks, будь то шуруповерт, гайковерт, лобзик твой любимый, может быть, газонокосилка у вас есть, то вам не нужно приобретать дополнительный аккумулятор, дополнительное зарядное устройство, да, как ты всегда любишь говорить про свой OnePlus, OnePlus. Ну, потому что твой OnePlus. 130 наименований. Зачем они нужны? Зачем это распыляться так? Вот, соответственно, можно не покупать и приобрести этот аппарат за скромные. Ну, скажем так, небольшие денежные средства, не буду озвучивать, потому что не знаю, когда выйдет этот ролик. Посмотрите на нашем сайте, оставим все ссылки и напишите комментарии. По поводу лямочек. Лямочки свои. Отличные лямки, блестящие, на мой взгляд. Самые стандартные, самые простые ремни, вот как от обычной спортивной сумки отрезали, сюда прикрепили. Ну, лично на мой взгляд, их более чем достаточно. Во-первых, этот аппарат значительно дешевле твоего. В разы дешевле, давай. Правду в глаза. Да, он меньше по своему объему, но его более чем будет достаточно, чтобы обработать там, те же самые 10, 15, то и 20 соток. Ну и ты махнул красивый, 20 соток. Кусты, деревья, маленькие деревья. Если у тебя 3 куста на 20 соток? Более чем достаточно. Хорошо. Если у вас 3 куста на 20 сотках, пожалуйста, берите Грина. Ну, если у вас дом на 10 из них. Нет, и, соответственно, обычные простые лямки с мягкими такими вот, как их называют? Демпферами, ну да. Тут ничего сюда не крепили, ни сетки, ни кожу. Почему она у тебя будет сырая? У тебя будет спина как спина, просто... Когда будет, когда мы будем поливать. Жарко будет всегда, даже когда ты без него будешь ходить, тебе все равно будет жарко. И дело тут не в опрыскивателе. Вот. И что касается трубки. Трубки, ну, здесь, скажем так, по цене. Цена, качество соответствует абсолютно. Это как-то смягчило. Стандартный обычный пистолет из мягкого пластика. Трубочка также мягкая, гнущаяся. Но у нас есть 4 разные форсунки. Вот тут вот стоит точечная на одну точку, она не регулируется, они никак не регулируются. Есть такая же двухточечная, есть веерная и туман, так называемый, такой
распыляющий, который. Видел? Шариком таким. Классная штука. Вот. Сколько он бьет, мы уже, по-моему, говорили. 2,2 литра в минуту. Качает, да. Да, прокачка у него. Соответственно, этот бак за сколько он съест? За 2 минуты? За 3? Ну, более подробные описания по каждой из этих моделей вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Да, то есть там мы на детально... нашем сайте там все рассказано, все описано. А тестировать мы их пойдем вместе с вами в парк. Да, и там и посмотрим, что есть на бумаге. Да, то да. Есть, что есть на бумаге. И стоит ли вот это вот своих денег? Безумных денег. Или вот этот. Вот этот стоит, я тебе гарантирую. Пойдем. Рыбий лобзик дороже, чем твой опрыскиватель. У меня лобзик дешевле, чем у твоей кепка. Ладно, ребят, погнали. Пойдем. Итак, друзья, давайте мы все-таки выясним, кто кого, да, то есть это у нас будет... Я уже говорил, что я не буду выяснять, кто кого, я знаю, кто кого, я знаю, кто для чего предназначен, и вот этот вот той, вот вы посмотрите на него сзади, вот. Что это вообще, это на дачу, это домой, это кому ты это рекомендуешь? Вот, маленький, ранец, смотри, прекрасный. Да? Сейчас посмотрим, посмотрим, ну, посмотрим, господа, да. Сейчас. Насколько это будет польем что-нибудь. У меня за плечами опрыскиватель Greenworks 24 вольта. Ryobi. У Антона его гигантский Ryobi. Огромный. Я бы такой только на тележке таскал. Ну и рядом с нами наш малыш Кайман PS10E. Его мы оставим на потом. На потом. Посмотрим. Потому что мы хотим все-таки столкнуть Ryobi и Greenworks лбами. Но я тут смысла не вижу абсолютно никакого. Ну ладно, Антон хочет сделать. Ты не видишь. Покажем. Давай, сделаем. Хорошо. Итак, давайте мы посмотрим, ну, банальный тест, да, то есть у нас... Запускаю свою форсунку, давай. Она у тебя регулируемая. Да, она у меня регулируемая. У меня, напоминаю, бак 15 литров. Вот, и у тебя точка есть. Точка это как раз хорошо будет для опрыскивания. Ну вот, смотри, я стою деревьев. Где-то в 2 метрах от кустарника, да, и я, в принципе, орошаю его. Ты его не орошаешь, ты поливаешь его точечно. Ну, поливаю точно, Сереженька. Не надо никому. Ну, смотри, как, ну, я тебе просто дальность, да, смотри, я стою на каком метраже от кустарника, я поливаю его макушкой. Антон, я возьму вот этот аппарат, подойду на 1 метр ближе и точно так же. Что, точно так же опозорюсь? Ты мне его выключил. Как ты обычно это делаешь? Ты мне его выключил. Он меня подставить хотел. Вот я точно такая же дальше. Нет, ну ты даже макушку я выбрал немножко не ту. Вот. Ставь честную форсунку. Ну, какая честная? У меня все форсунки от опрыскивателя. Соответственно, это аппарат. Ну, давай самую сильную форсунку. Давай попробуем одноточечную. Вот как мы тестировали, у нас была там двухточная. У меня есть точно такая же на одну. Так, нет, карман уже мокрый. Ну, это явно не от них. 100%. Я просто очень сильно, сильно люблю, да? Я очень сильно люблю природу. Да? Или Greenworks? Его я люблю вообще. Во! Так. Все, приехали. Это нормальная человеческая... Ты камеру залил? Нет. Ладно, я не спорю, насчет дальности я тебе изначально об этом говорил. Еще там далеко-далеко, давай, в 2008. Давай, к сухому дереву. Да, подойдем? Давай попробуем на дереве. Он прям хочет доказать, что он у него дальше бьет. А зачем мне это надо? А когда у меня, если у меня дерево на 3 метра? Нет, 4 метра это круто, ладно. Даже 4? Ну, 4 метра есть. Больше есть. Вы готовы за 4 метра 40 тысяч отдавать? Да какие 40? Как ты преувеличиваешь-то? Ну, у меня даже, видишь... Корни полей. У меня руки не... Кстати, прошу заметить. Ну-ка, Сереженька, стой. А ну-ка, вытяни руку. Шланг. Я говорил, что шланг... Все, то есть, смотрите, если даже вы высокий человек, и вы захотите на вытянутую руку, на полноценный свой потенциал... Приподними опрыскиватель сам. То нужно делать... Вот так вот, да, то есть, тоже прошу заметить. У меня лямка отвалилась, Антох. Вот лямка еще. Лямка. Это просто его поднял там неправильно. Неправильно поднял. Так, давайте сейчас. Снизу цепляется. Да, я понял, где-то здесь сбоку. Вот, все, теперь готов. Да, то есть, тоже прошу заметить, да, то, что вы на полную вытянутую руку, вы, собственно, это не сделаете. У Ryobi вы сделаете это полноценно, да, то есть, даже еще и останется, даже если у вас очень длинные руки. Следующий твой козырь. Ты уже 2 показал. Теперь какой следующий твой козырь? Чем бить будешь? Намного дешевле.
Да, его будет достаточно для того, чтобы, если сейчас попросим оператора обернуться вот так вокруг себя, полить весь этот парк. Ага. За неделю. Вот эти все кусты без проблем опрыскнуть можно. Ну да, за неделю. Но он для этого и сделан. Он не сделан для того, чтобы им поливать вот эти дубы тысячелетия. Ну, по цене. Примерно два комплекта Гринворкса. Два таких опрыскивателя. Это один. Это один комплект Ryobi. Комплект ли? Комплект, да. Но у тебя какие аккумуляторы в комплекте? Есть двушки, есть четверки. Ну, с четверкой сколько это? На сегодняшний день цена 12 500 четверка. С четверкой 12 500. А у Ryobi с пятеркой и со стандартной зарядкой, где-то он стоит 17, а пятерка стоит... Соберите там комплект, посчитайте, возьмите вот калькулятор. Нет, ну, средняя цена где-то примерно 26 тысяч. То есть 26, но с 5-амперным аккумулятором, да, то есть и зарядом. Я не спорю, если в этом есть необходимость, если вам нужны вот эти вот 4 метра, да, это того стоит. То есть, ну, если... Я в своем случае, в случае своей дачи, и у меня есть одно дерево, которое посадили 5 лет назад, вот такое, мне это не надо. Поэтому я все равно буду биться за Гринворкс до конца. Конечно, бить землю грязи. Вот, итак, если вам нужно полить корни, то выбирайте Гринворкс. Если вам нужно нормально поработать на разных высотах... Если вам нечем заняться, да, то выбирайте, конечно, выбирайте Ryobi. Ну, а на самом деле, конечно, делать выбор вам, да, то есть с этими двумя мы, в принципе, наверное, закончили, да, то есть тут все стало уже понятно и очевидно. Давайте посмотрим кайман. Давай кайман. Ты тогда свой не снимай, наверное. Да, ты мы скидывай. Мы также сравним по кайману. Я опять же вам напомню, то, что там идет одна форсунка, это все-таки опрыскиватель. Спасибо, Антон. Ну вот, видишь. Какой ты любезный стал. Не стал любезным. Первый раз выиграл. Здесь шланг шикарный. Этот шланг подметил, как только вскрыл этот опрыскиватель. Он действительно крутой, он в классной оплетке. У него шикарная рукоятка. Есть даже клапан, чтобы стравливать. Только, наверное, ты его не откроешь. А, нет, откроешь. Стравливать чего? А, вот, да. Пружинка, клапан, уплотнитель. Замечательно. Ну, мне стравливать нечего. А у тебя тоже есть такой, да? Я знаю, да, но мне стравливать нечего. Так, что у этого аппарата? У этого аппарата. Так, ну, относительно Гринворкс, у него больше бак, у него бак 10 литров. А у него аккумулятор 10,8 вольт, в отличие от тех 24 вольта. Но этот аккумулятор, я как уже подмечал, он идет только на этот опрыскиватель. То есть он такой эксклюзивный, скажем так. Купить его можно, не переживай. Угу. А цена? Кого, аккумулятора? Не скажу даже, не знаю. Но вряд ли он дорогой, 10,8 вольт, 1,5 ампер-часа. Ну, тоже верно. Он, да, он не будет дорогой. Ну, 1,5-2 тысячи рублей это край, это прям вверх. Это прям вот пик. А, ну, давай. Форсунка здесь, здесь одна. Опять же, какой металл все-таки? Ну, какой я думаю, все-таки не ржа. Ну, глупо сюда ставить сталь. Мне тоже кажется, потому что он очень крутой, и это очень надежная вещь. Ну и он тяжелый, его берешь, он прям... Не, он легкий как раз. Не, по сравнению с этим, держишь, да, это, по сравнению, да, с пластиком, есть, да, я согласен. Берешь, он тяжелый. Прям... Здесь опять же, да, то есть из плюсов у каймана, здесь можно стравливать, ну, сливать, точнее, воду. Сливать воду, да, да, то есть, не снимая если его, прям на пятки. И у Ryobi... нужно будет переворачивать, да, то есть если надо там помыть, я не знаю, еще что-нибудь там слить там для транспортировки и так далее. То есть здесь, в принципе, клапан открутили, да, то есть и по большому, да, счету. Ну, соответственно, если вам теща насолила, она ходит с этим опрыскивателем, можете сзади подойти. Незаметно. Открутить немножко. И доставить себе радость. Чего там крутишь? Я не кручу, я просто смотрю, допустим, карабин. Ну, прям с этим. Ну, карабинчик, карабинчик. Нет, я имею в виду, он прям, ну, бьет прям в этот... Куда? Ну, вот в эту крышку. Покажи, куда он бьет. Вот в эту крышку. А, в крышку? Да. А что с ним он... может стать? Ну, мало ли, прям как-то чуть-чуть подальше бы сделали, или его сюда перенесли бы. Что-то я сомневаюсь, что с ним может что-то стать там. Особенно дома-то, когда он стоит. Вот. Форсунка у нас, отойди, да, тут ветер во все стороны, да, а то я сейчас тебя оболю. Ну, давай, давай. Форсунка у нас абсолютно стандартная, опять же, для опрыскивания, такая орошающая. Ну, давай я здесь тоже орошение включу. У тебя он как дизель работает. Качает, попу качает. Вот. И, соответственно, что касается тех же самых кустиков, вот, мы по ветру. Ну, давай я рядышком встану. Ну, тут ветер прям сильный. Ну, да. И можно поливать. Ну, и опять, да? Опять же, да, форсунка здесь не подразумевает дальности. Она подразумевает... Нет, смотри, я увел...
Вот, ворошение, чистое орошение. То есть, ну вот рядом две форсунки давай поставим. Давай. Твоя немного дальше бьет. Ну, ты сравни напряжение аккумуляторов, опять же. Да, здесь 18 вольт, здесь 10,8. Да, здесь, соответственно, меньше электромотор сам по себе, здесь иск, вероятнее всего, меньше помпа. Да, этот побольше. Форсунки, опять же, напомню, можно докупить отдельно, есть классная форсунка. И почему ее в комплект не добавили? Да, здесь докупать ничего не нужно, здесь ее в комплекте. Да. Вот добавили бы в комплект, вообще был бы шикарный набор, но, увы, производитель Кайман этого не сделал. Форсунка, напомню, называется она как насадка или форсунка низкого давления с регулируемой головкой. Она идет, она такая черно-зеленого цвета, в принципе, в стиле Кайман. Ну, но, опять же, напомню, то, что этот бренд, этот производитель французский, и собирается этот аппарат именно в Японии. Блин, французский, собирается именно в Японии. В Японии, прям логика, в Японии, вообще. Да, да, классно. Вот. Так у Каймана косы собираются в Японии. Все, давайте будем справедливы. Скажи хоть одну. Ну, потом найду и тебе покажу в магазине. От VX21, все. Вот, видишь. Ладно, не о них. Здесь, как я, собственно, демонстрировал, да, под давлением прям чувствуется, да, давление, аж листву разгоняет. Да, то есть, хотя при этом мы... У меня тоже. Я им убираться могу. Смотри, да, то есть, сила давления, да, то есть, подачи здесь, да, то есть, сила давления там, да, там 10,8. А, в отличие от Greenworks, где Сереженька весь свой карман промочил, с собой носит 100-500 форсунок, для того, чтобы перейти из одного режима в другой. Напоминаю, что здесь я из этого режима перехожу тут же в другой. То есть, а сломается форсунка? Тут уплотнители. Что с ними станет? Во-первых, уплотнители идут в комплекте запасные. Запасные? Ну, хорошо, да. Ладно. Вот, ладно, хватит мериться. Всех, кого нужно было, возвысили. Да. Ну, в общем, все аппараты классные, они все достойны внимания. Главное, выберите нужный вам по назначению и подходящий по стоимости. Все это вы можете сделать на нашем сайте. Опять же, напомню, сайт Империя Инструмента. Это очень просто найти его, вбив через Яндекс, например. Да, забиваем слово «опрыскиватель», да, то есть мы получаем нужный вам. Надеюсь, ролик был для вас полезен. Не забываем подписываться, ставить лайки, колокольчики, звоните. И пишите ваши комментарии. Всем пока. До встречи!